25 декабря в администрации Искитимского района состоялась традиционная пресс-конференция по итогам уходящего года. Тема «2020 год. События и факты». Уходящий год был непростым и стал настоящим испытанием для всех сфер жизнедеятельности района. Глава и специалисты администрации отвечали на многочисленные вопросы журналистов о социально-экономическом развитии района в 2020 году. Промышленность и сельское хозяйство, социальная защита населения и образование, дороги и ЖКХ. Главное событие текущего года – пандемия. Она повлияла на развитие большинства сфер жизни и стала причиной снижения некоторых показателей в промышленности. Однако в сельском хозяйстве, напротив, динамика положительная. Сейчас предприятия стабильно работают. Вот первые месяцы пандемии, это апрель-май месяц, когда, все понимаете, никто не знал еще, как будем работать, как спланировать работу, как ее выстроить работу, особенно на крупных предприятиях. На сегодня уже все отработано и все работает в нормальном режиме. Предприятие уже не трясет, не лихорадит так, как это было в начале. В рамках программы развития малого и среднего предпринимательства получили господдержку 9 субъектов. Большая работа была проделана по оказанию материальной помощи семьям с детьми при оформлении документов, так как президентские выплаты носили адресный и заявительный характер. Вырос уровень качества пассажироперевозок. В этом году удалось приобрести 4 новых автобуса ПАС и одну «Газель». И мы пассажироперевозки осуществляем из 69 населенных пунктов. 73 маршрута выполняют наши перевозчики. Для перевозки всех жителей Искитимского района у нас 3 предприятия работает и 10 индивидуальных предпринимателей. Подводя итоги конференции, глава района отметил, что год был плодотворным, несмотря на все трудности, и выразил уверенность в том, что и в наступающем году удастся воплотить в жизнь все планы, нацеленные на дальнейшее развитие района.